К финансовым новостям. Биржевые курсы валют на сегодня. Средняя стоимость американского доллара составила 64 рубля 83 копейки. Евро торгуется в пределах значения 73 рубля 37 копеек. Таким образом, доллар оказался на 10 копеек, а курс евро на 25 копеек ниже, чем официально установленный курс валют. Как сообщает портал РБК, на 11 утра Москвы стоимость нефти марки Brent 49 долларов 28 центов. И о средней стоимости бензина в Тюмени. По данным сайта авто72.ру, литр 92-го стоит 34 рубля 50 копеек, 95-й 36,70, цена дизтоплива 37,30, газа 12 рублей 80 копеек за литр.